Польза льняного масла. Льняное масло содержится в семенах льна и добывается из них методом холодного отжима. Благодаря уникальным свойствам льняного масла, оно широко применяется и в народной, и в традиционной медицине. Польза льняного масла. Льняное масло снижает уровень холестерина, повышает эластичность сосудов, что предотвращает развитие инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск инсульта и образования тромбов. Также нормализует работу пищеварительной системы, улучшает функцию печени, способствует лечению колита и гастрита, устраняет запоры и изжогу. Льняное масло очень хорошо повышает иммунитет, предупреждает некоторые онкологические заболевания, такие как рак молочной железы и рак прямой кишки. Как принимать льняное масло? В качестве профилактики укрепления здоровья необходимо употреблять по 1 столовой ложке масла в день. Это взрослым, а детям по чайной ложке. Правильнее всего принимать льняное масло натощак за 15-20 минут до еды. Чтобы ощутить результаты, необходимо регулярно принимать данный продукт на протяжении как минимум 2 месяцев. За более короткий промежуток времени вы не ощутите полезных свойств льняного масла. Поэтому не огорчайтесь, если за несколько недель приема вы не заметите никаких изменений. Добавляйте масло в салаты, соусы, вторые блюда и закуски. Маленький совет от меня. Покупайте масло в маленьких бутылочках и всегда проверяйте срок годности. Открытое масло очень быстро портится, даже в холодильнике, а маленькую бутылочку можно быстрее использовать. Бутылочка должна быть из темного стекла с плотно закрытой пробкой. Если масло помутнело и загустело, стало сильнее горчить, выбросьте его без сожаления и не используйте даже наружно. Пользы вы не получите. Необходимо отметить, что употреблять льняное масло следует в холодном виде, не подвергая термической обработке. В этом случае оно не потеряет своих лечебных свойств и сохранит в своем составе все полезные вещества и витамины. Если вам понравилось данное видео, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Я думаю, мы вам еще пригодимся.